Надо получить. Благодарна вам за то, что вы в сентябре месяце посетили Харьковский инвестиционный форум, благодаря которому харьковские предприятия нашли новых партнеров, подписали новые договора. Что касается наших взаимоотношений, то нужно отметить, что за последние полгода экспорт товаров увеличился в два раза, однако он на сегодняшний день составляет не такой большой объем, поэтому нам есть куда двигаться, нам есть над чем работать. Наши предприятия, которые экспортируют товары, на сегодняшний день только начинают изучать рынок Македонии, поэтому мы рады возможностям открыть для ваших бизнесменов наш потенциал. Поэтому будем настроены на работу, и мы организуем бизнес-встречи нашего бизнеса и потенциальных инвесторов из вашей страны. Я был очень удивлен от Харькова, когда был в прошлый раз, прежде всего от того, как организовали форум инвестиционный. Вы известны не только в Украине, но и за границей. Очень известны по этому, как работаете, как областная администрация в направлении привлечения инвестиций и как все четко работает у вас. Между Македонией и Украиной есть договор о свободной торговле, он работает еще 2001 года. Есть и договор о защите инвестиций между странами, есть и договор о налогообложении на avoiding double taxation. Есть еще более 40 договоров разные, так что все сделано, чтобы нормально работало между двумя странами. Ваш завод Турбоатом, он выиграл тендер в Македонии. Если будет время, я надеюсь, что будем встретимся, чтобы поднимали этот вопрос. Так что я приглашаю, тоже я говорю с некоторыми компаниями вашей области по направлению газостроения там, в Македонии, потому что мы как страна, у нас есть проект, мы никогда не были газифицированы полностью, очень только несколько компаний использовали, но в населении вообще нет газ. Мы более 95% используемся электричеством, но несколько года назад государство сделало проекты о газификации страны. Плюс у вас есть тоже мы делаем гидростанции электрические, да. Тоже уже несколько сделали, есть проект для еще несколько таких проектов, ожидаем инвесторов, тут есть и европейские фонды тоже нам помогают в этом направлении, так что и этот вопрос тоже интересный, я знаю, что у вас есть компании, которые занимаются этим запчастями, которые турбинами и остальное, что должно за это. Так что потенциал есть конкретные проекты у нас. Отрадно, что наши промышленные гиганты участвуют в тендерах и выигрывают тендеры, в том числе и в Македонии. Что касается сотрудничества в сфере газопровода, то в Харьковской области есть предприятия, у которых есть опыт, которые могут производить продукцию, которые знают, как качественно это делать. Поэтому я думаю, что если есть таковая возможность для харьковских предприятий, они с удовольствием используют этот шанс. Безусловно, международные двойные встречи по налаживанию бизнеса, взаимоотношений важны для Харьковской области. Мы тут можем оказать полное содействие по привлечению потенциальных предприятий, которые заинтересованы в развитии новых рынков сбыта. И здесь можете на нас полностью рассчитывать. Хорошей позитивной энергии, которую я получаю. Почему? Да. Не согласитесь, минуточку.